Физгармония – духовой клавишный инструмент. Впервые была изготовлена в 1818 году в Вене музыкальным мастером Антоном Хёкелем. Звуки извлекаются колебаниями металлических язычков, приводимых в движение струей воздуха, который накачивается ножными педалями при нажатии клавиши и открытии клапана. В средней части корпуса физгармонии расположена клавиатура, под которой находятся створки и педали. Педали управляются ступенями музыканта, а створки – коленями. В этом и заключается изюминка инструмента. В игре участвуют не только руки, но и ноги. Ишимская физгармония была подарена музею в 2007 году семьей Низовцевых-Войтовых.